И теперь очень важный факт, который не звучал до сих пор. Я утверждаю, и Юрий Макеев подтвердил, эксперт международного уровня, что уже тогда, когда машина Михаила Ефремова выезжала на Садовое кольцо, заднее правое колесо джипа Михаила Ефремова было спущено, и таким образом, кто специалисты, а Макеев делает экспертизу, которая будет тоже вам и в полицию предоставлена, и следствию, заднее правое колесо спущено на ободе, профессионалы знают, Юрий Макеев это подтвердил. При таком варианте машину заносит влево. Таким образом, Михаил не сидел за рулем, о чем говорит опять же видео, выезжает джип, и рука без пиджака, Михаил был в пиджаке, белая рука за рулем поворачивает руль, правая рука, а левая рука лежит возле стекла водительской двери. Нога! Чужая нога сразу после аварии. Есть видео, которое сейчас я тоже представляю в Следственный комитет и в полицию, где видно, как с пассажир.